Это 20 тысяч? Это 20. Я тебе прямо сейчас слю, наверное, USP Genesis. Да, подарочек! Бомин, тебе нравится такое? Печально, но ты сам захотел. И все раз дороже отдавать Бомину, этому вымогателю. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. Прямо сегодня я буду покупать скины, с которых меня замочат, но в 100 раз дороже. И буду их отдавать Амбовину. Братик, поздоровайся. Алембо всем. Я буду сегодня тебя защищать и иногда дарить скинчики жесткие, братве, против тебя. Ах ты, ах ты шалунишка. Амбовин-то уже представил, как он станет миллионером. И знаете, что самое интересное? То, что мы, братва, пойдем еще и в ММ. Это будет просто очень жесточайшая рубрика. Сразу, братва, сразу, помните, лайкусик прожали. Подписались, а мы полетели. Ну что же, ребята, вот мы с моим братиком. А понял, что тебе? Ты запрячь свой дигл, а в другой подберут противники, мясо замочат с него. Ты знаешь, что, какой я тебе буду должен? Ты посмотри свой дигл лучше. У меня пострим, у меня это забит на дигл. Я сливаться не буду, дорогулечки ты мои, я сливаться не буду. Так все, братва, короче, наша задача хранить обоина, потому что у него. Единственный удар есть скины. А, еще! Меня за стенкой, ну почему меня не везет? Тихонечко, сладенький ты мой. Смотри, где умею. Киберспорт, это моя жизнь. Мне в спину никто не зайдет. А, я один с пачкой. Аккурат, он уже выехал за тобой. Сейви свой дигл, чтобы он не достался на следующий раунд. А то буду Габелла. Ты в курсе, что меня замочат даже Старки, мне Габелла? Нет! USP чемпион! А, хамелеон! Мать моя женщина! Ты понимаешь? Это очень дорого! Нет, он все равно стоит 20 голды! Это овер дорого! Ой, блин! Идемте отдавать Амбовину! И наш первый скин USP Хамелеон, он стоит 17 голды, умножаем на 100. 1750! Амбовин, какой же ты счастливчик! А как ты мне USP Хамелеон за 1750 сольешь? А ты понимаешь, я теперь должен найти похожий USP, купить его и слить тебе. У нас USP стоит 1700. А, вот, USP to years. О, как раз, брат, заходи на него. Просто, вы понимаете, меня чел замочил супер дешевого скина. Я Амбовину даю в 100 раз дороже. Давай 1790. Давай, 1790, я тебе пишу 003. Ставь. Скажешь, как? Да ставь уже, ставь. Выставил быстрее. Ой-ой-ой, страшно. Ой-ой-ой. Найс. Поздравляю тебя, Амбовин. Всего тебе нехорошего. О, наклеечки даже есть, класс. Ну что, брат, ты доволен? Тебе понравилось? Скажи мне честно. Плюсик. Они сейчас по одному сольются, чекай. Какие же вы нубы? Чувак, играй! Они, походу, не знают, Жик, что ты не знаешь, как прыгать или что это? Он не знает, как... Он забыл, как прыгать. Куни Мранг, это бронза против нас или кто? Ой, за нас. Брат, это тупо бронза какая-то голимая за нас. Все, давай, мужик, я говорю, у меня уже бюджета нет, поэтому давай, пожалуйста. Чего? Как ты угадал? За нас бронза в дуэльках, в союзниках. Какая бронза? А как он это попал сюда? Я не знаю, это стендов. О, а зато против нас читеры, возможно. Не, против нас зато элиты играет, походу. Это Габелла. Я пока. А, у меня щелы никто не щекает, Уанг! Я пошел смотреть, читер или против нас, а меня просто предали, пацаны. Нормально, брат. Брат, главное, мне нельзя сливаться, ты помнишь? Ладно, пофиг, главное. Я могу сливаться и дарить дропчик, поэтому это моя цель, в принципе, одна из основных. Слышишь, какой дропчик? Что за скин? Фома сбил! В 100 раз дороже, прикинь! Это ж тоже дорого! Ну это просто они еще мой не нашли дроп, а когда найдут мой дроп, это будет поинтереснее. Я же специально сливаюсь почти. Ну, иногда. Второй скин, Фома сбил. Да ты шо? 10 голдишки умножаем на 100. Сколько будет обмен 10 на 100? Скажи, сколько? Опа, это 1000. Ой, как раз есть Фамас Крисмас за 1000. Фамас Крисмас. Ох, я смотрю, Амбовин уже знает, что выгоднее, да? О, тут еще и с наклеечками, давай фастиком все надо делать. Подожди, а где Фамас Крисмас? А, вот этот? Крисмас Симон? Татрековский, да. Давай, все. Ставь запрос, родненький ты мой. Давай. Ставлю 1010. Давай, поставил? Да, все. Мои поздравления. Ребят, вперед катку! Начинаем потеть! Братва, короче, я не знаю, что там было специально, не специально, но надо тащить. Я понес, смотри, что я им понес. Чекай. Понос? Ты сказал, я понос, брат, или не слышалось? Я им несу вот так. Слышишь, куда несешь? Да еще пробуем скинуть. Не-не-не-не, мужик! Сейчас вернусь, подожди. Куда вернешься? Посмотри, он бежит им скидывать или че? Ты че, ненормальный, Амбовин? Ты мне был как брат. Опа. Не-не, прошу, только не скидываем, я тебя умоляю. Фу, слушай, мы буду камбэчим.
Вынес, вынес. Отомстил за братиков. Ой, хорошо, Бомин. Значит, я тебе ничего в этом раунде, походу, не дарю. А я Бомину. Ура! Уху! Брат, ну все, слушай, я камбэк сделаю. Не получилось им что-то в этом раунде слить. Так, ну ладно, поехали. Беги со мной в тёмку. Хочешь, короче, в тёмку залететь и наказать их со своего калашика первым? Я тебе дам возможность. Слушай, мне кажется, это какой-то будет сейчас обман. Бежим, бежим, лисы. Я тебе флешку закину, побежали. Вот так, старик. Флешку? А вдруг у них твой дроп? Нету там, я же выиграл их, алё. А, ну да, тише. Да куда ты с хаешкой стоишь, выбегай, лисы. Блин, мне стрёмно, помню, тут по каким-то обманок вот это, им сейчас дроп будешь скидывать. Ой, хорошо, ой, хорошо. Ой, ты вынес кого-то еще? Не, брат, я так силой мысли. А чё никого нет? Спина! Он в ребрах сидел, он по всем трон. Я заберу твой калаш. Ой, блин, он его увидел. Он еще мой калаш подберет. Он взял, он его взял. О, нет, ребята, идемте покупать МП7 Трон. Им 100 раз дороже отдавать Абовину, этому вымогателю. Фух, Абовин, ну хоть раз ты меня замочил с нормального скина. Понимаешь? Хоть раз. Я тебе должен отдать сколько? 40 голды или сколько? Что за скин? Подожди. Он стоит 0.3, МП7 Трон. Давай тогда, сколько там надо? 40, ну 40 голдишки надо. Ну а, там... так можешь просто... себе тогда кейсик открыть. Вот он будет тоналый, типа, такую пыль мне не надо. Ладно, братва, давай. Я сам открою чармпак за это все, я открываю чармпак. О, брат, я открыл. А зачем мы одновременно открываем? О, мне чармик пингвин выпал. А мне маг 10-й, блин, мне даже тут не везет. Ладно, братва, вперед обратно в каточку. Не, обои, слышишь, я надеюсь, у них нету калаша. Ну ты понимаешь, это будет полная фиаско. Там тот чел, он на А, ой, на Б стоит, поэтому если чел, тебе лучше на Б пока не ходить в ближайшее. Ты слышишь, ты что там придумал за ловушку для меня? Абомин. Так, я чеку мид. Братва, мид полностью на мне. А, меня пушит от 1 хп, я ничего не вижу. Моя флешка за стенкой слепит. Мужик, ты где? Где ты? Ты на лангу? Да, спасай жестко. Я готов, пусть пробегают. Там один на миду еще. Ой, блин! Он мой пошел вами собирать. Опять Фома сбегал в 100 раз дороже, чего? Опять Фома сбегал. Умножаем на 100, и вот я Бомину отдам перчатки, которые стоят косарь 200. Это даже не 100, это на 120. Давай. Став запросик. Главное, чтобы не было... Что за фигня? Это что? Давай ставь еще раз, давай ставь. Контакт быстро. А ты поставил? Стой. У тебя сколько стоит? Выставил. 155. Ты? Давай, слив. Найс, нифига себе. А как он так быстро это все делает? Брат, это все программа эти вонючие. На здоровье, Абовин. А мы, ребятки, перемещаемся обратно в каточку. И, надеюсь, Большабовин не будет руинить мне игру. Йо-йо, братанчик, не кипишу и не перематывай. Ща видео продолжится дальше. Короче, дружище, смотри. Прямо сегодня у меня будет стрим на Твиче. По стримам я полностью перехожу на Твич, потому что, к сожалению, с Ютубом все плохо. Поэтому, братья, чтобы меня не потерять, прямо сейчас по ссылочке в описании перейди, подпишись на мой Твич и на мой Телеграм-канал, потому что в Телеграме будет вся инфа. Все, давай подписывайся и дальше смотри видосик. Обнял тебя. Они по брейну играют. Ай, блин, это тот чел с калашом нашим. С нашим калашом? Да, разнес пацанов. Не, нам наш калаш не надо, ты гонишь? Так, мужик, не надо, пожалуйста, не руини видео, ладно, ты понимаешь? 70к это было. Я пойду, выбью, попробую с него калашик. Найду сейчас с этого челика. А зачем ему надо было отдавать калашик? Так он сам принял нас. О, я кого-то забрал прострел, мимпо. Давай, брат, ты иди первый, я у мамы один, тебе не жалко. О, где? Ёма. Ой, забрал, я тебя спас. Там чел в пикселе. Я кого-то с минус 3 дал, прикинь. Найс. А, и мы все равно не побеждаем? То есть мы тиммейте ни одного килла не дали? Ну да, так и бывает иногда. О, авик твой нашел. Какой мой авик? Ты что, генезис подобрал? Да. Брат, выкинь! Так он у противника был. Фух, все нормально, фух, все хорошо, ребят, хорошо. У противников нет дорогих скинов. Я так надеюсь. Вы понимаете, каждый скин, если случилось скин за 100 голды, это все, это конечно, это 10к сразу сходу. Улетает. Так, ну что, Абомин, ты где? Брат мой, я пошел, короче... Куда ты пошел? План еще не реализован мой. Какой план не реализован? Чекай, я сейчас забачу чувака на скин. Вот, забирай, братчик, скин. Нет! Меня чуть не замочили. А, ему пофиг на скин, он просто стоит в углу, смотрит на меня. Нет! Чё? Нет!
что я дал? Да я братику смотрю, посмотри сюда, ты видишь этот момент? Вот, смотри за мной. Давай. Смотришь? Давай. Брат, меня замочили! Я вот так кидаю скин, и тут чел, я такой за угла чекаю, тут чел стоит на меня, вот так пытается с пикселя забрать. Я такой выбегаю, ставлю вантап, и тут чел стоит, и я вантап ему тоже ставлю, и вот они оба валяются. Брат, а ты говоришь, что ты сейчас получаешь ФАМАС? Ооо, халява. Рандомный. В 100 раз дороже! Брат, скажи мне только одно, ты веришь в удачу? Потому что я сейчас должен купить рандомный ФАМАС и умножить его на 100. Это просто что-то с чем-то. Ну, надо бы затестить, что будет по удаче у нас сегодня. Я надеюсь... Блин, ты понимаешь, если бы ФАМАС бил 100 трек, я нищий. Ладно, все, давай. Ахалай, махалай. ФАМАСик подешевле, выпадай. Пух! О, ФАМАС Энджер! Он стоит 2 голдишки. За 200 голды я тебе сейчас счет солью, брат. Ха-ха, еба! Выбирай. Так, а что у нас здесь за 200 голдишки? Слушай, тут какие скидки. Можно 2 кейсика. О, не-не, вот это Christmas символ. Брат, ну куда? Ну надо ж тебе сливать. Давай, я его купил, сливайте. Так, ставлю 227. Давай. Давай, малый, пана. Выставил все. Давай, радуйся на здоровье. Все, ребята, больше сливаться мы не будем. Я Бовину запретил, правильно? Да, да, да. А Бовинчик, мой ты маленький, ты где, родненький, ты где? Я в темочке. Они идут уже пушат, они уже пушат. Я их забрал и отдал дроп обратно. Ты не представляешь, как стрёмно играть в эту рубрику, когда в 100 раз дороже. Я пытаюсь найти, кому скинуть дроп, но никого нету больше. В смысле, никого нет, потому что все тусуются на плантуа. А, у них, опа. Тихо, я нашел кому скинуть, он вроде должен подобрать сейчас. Не-не, ты там никому не скидывай. Он как раз один остался. Не, ты там никому дроп не скидывай, я тебе запрещаю. А ты дроп не скинул никому? Да, его уже забрали. Блин, ребята, вы даже не представляете, как же это стрёмно. 100 раз дороже может выпасть. Так, ну что, Алембла, брат? Алембла, я им скинул вот этот. По-моему, 150 голды стоит этот. Или 200 голды. Подожди, он стоит 200 голды. И ты хочешь получить 100 раз дороже обратно, да? Попытка номер 3. Скинуть братве в том же месте дропчик, где они боятся его поднимать. Братве, а я тебе не братва? Ох, ребята, мне стрёмно. Что там творит обоин, скажите мне, пожалуйста. Братве. Брат мой! Я пытаюсь кому-то бесплатно свой скин отдать, никто не хочет принимать его. Ох, я чуть не приняла! Опять сейчас вас сбил! Как же он мне надоел! Я минус 2 дал, найс. Я скинул ему, чекай. Нет! М4 Лизард! 100 раз дороже! Ну а следующий наш скин это М4 Lizard. Ребят, посмотрите, чтобы понимали, сколько он стоит, обоим, знаешь? Ну, ПВД 70 будто. Ты что, прикалываешься, что-то дорого? 14! У! Я тебе должен скин за 1,5 косаря, правильно? Давай из этого, из... Чё там? А, из эмочек что-то, да? Выбрать. Ну я могу, в принципе, любой скин тебе слить. За 1,5 косаря, видишь, нету никакого скина за 1,5 косаря. Или есть какая-то эмочка? Сейчас эмочка. М4 же? Да, выбирай за 1,5 косаря. А брата нету, реально нету. Давайте другой скин солью. Давай тогда есть? Со скидкой, чтобы было 880, вот сансет. А, тебе понравился? Ну давай, купил. Принять, я помню, еще и выбирают все скины. Братья, давай ставь. 765. Давай. Выставил. Лови подарочек! Найс! Фух, ребята, ну хотя бы Абовин подумал про меня. Ты кому там дропчик скидываешь? Ты за кого играешь, Абовин? Ой, блин, смена сторон слишком поздно. О, фух, да, смена сторон! Абовин как раз свои там авики всем поскидывал. Абовин, у тебя же USP для бедных, надеюсь? Ну, нормальный USP, пацанский такой. Я дигл хочу взять. Какой дигл? У тебя дигл дорогой, не бери! Если меня свои дела замочить, это будет полная фиаско. Я водичкой зарядился, готов тащить. И еще будешь жестко тащить? Надеюсь, что если не затащу, мой дигл затащит потом за противника. Какой твой дигл? Так, я пол на мид не иду, там обоин. А кто на Б? У нас на Б ни одного чила. Я пошел, они Б идут. Да все чисто, не ссы. Такое все чисто! Попал по чел. Я тут с братиком тусую. Чего? Мне маслины поставили P350 Festal в рэп. Это звучит дорого, кстати. Идемте давать обувь этому вымогателю. Мужик, я сейчас захожу на P350. Я надеюсь, это только одно, то, что он стоит дешево. Я просто очень сильно надеюсь. 34 голдишки, чё за обдираловка? Я тебе должен скин за 3500. Это интересно, кстати. Тебе интересно, мне не очень. Я даже не знаю, что тебе могу слить, мужик. Ты понимаешь, мне просто нечего даже сливать. Это P350, да, надо выбрать сейчас? Да любой, в принципе, скин за 3,5. Я хочу. Брат, M4.
Ну, да ты что гонишь, надо, чтобы интереснее было выбирать из того, что типа тебя забрали. Давай наверняка, чтобы было интересно. Ну давай. Посмотрим, что там есть по ценам. Давай, так, 3500? Выбирай. Сколько надо? Брат, ну там до 3500. Чем дешевле, тем лучше. Я знаю, ты хороший человек, у тебя большая душа. Мой 350 Blizzard статрек за 2500. Со скидочкой. О, у меня как раз есть эти свой, брат. Я тебе свой отдам, понимаешь? От всей души. Давай, давай. 2333. Давай, стамал. Это ты 2333. Да, да, да. Да, да, да. Лови подарочек. No, лови подарочек. Найс, кому найс, а кому не найс. Не, он специально сливает, чтобы золотать скины, я вам отвечаю. Он специально! Ты даже не пытался! Ты мог раздефьюзить. Я ему вон скинул дроп. Абоин, я тебя прошу, пожалуйста, можешь запотеть? Ну че ты играешь, блин? Так ты че гонишь, я на первом месте? Я даже не потею, но уже на первом месте. О, подожди. А три вот первое место до второго 2 кило. Ой, до предпоследнего 2 кило. Ой, меня почти забрали. Забрал маленького, забрали. Там чел с авиком сидел. А авики обычно у всех дорогие, поэтому это хорошо, что мы его забрали. Ну все, по-моему, мы уже без шансов чувствуем тащерство. Тащерство. Брат, смотри, что ты ничего другого не почувствовал. О, суждай. Забрал! Сюда, мой сладенький. Смотри, я теперь на втором месте. Остался тащер остался жесткий. Вот этот Голден, он же не жесткий, надеюсь? Ну, надеюсь, у него скины не жесткие для тебя. А теперь смотри, ханешка. 3, 2, 1. Да! Ханешка! У него в ГРТ кинг был! Блин, а зачем я ему свой авик кидал? У него и так дороже скин был. А что у него за скин был? А ГРТ кинг аркана. Ты чё, на приколе? Ты мне такие скины не говори. Обоим! Ты понимаешь, мне всю жизнь работают такие скины. О, это чей фамас статрековский? Ты это мой! Ну я его просто не подбирать его. Ты его подобрал? А сколько он стоит? 5 голды. А, ну все, я пошел. О нет, мужик, мне страшно, ты где там? У нас еще Геннадий лагает. Геннадий, Геночка, купи интернет, сыроненький. Меня какой-то чел замочился, фэнфалом в спину просто зашел. Я не знаю, как я его не услышал. Окей, идемте покупать рандомный фэнфал, им что раз дороже, зашибись. О нет, вот это когда выпадает что-то рандомное, это хуже всего, потому что если мне выпадет какой-то, ну, например, фэнфал аркана, все, я нищий. Раз, два, три, елочка, гори! Обои. 222 голдишки. Выбираю любой. FNFL за 222 голдишки. О, ща выберу, ща сек. У меня тут просто прокруточка чармпака. Такой чармпак будет уже дел руиной. FNFL? Да, за 222 голдишки. Только, брат, не наглей, дороже нельзя. Давай. О, давай Christmas символ. Или Scale Kitter. Ну давай, Scale Kitter статрек, давай, брат, давай. Найс, халявочка. Брат, ну конечно, халявочка, это получается дороже, блин, в миллиард раз. 290 ставлю. Давай, поставил? Да, все. На здоровье, Абовин. С Новым годом, с наступающими праздниками. С днем рождения тебя наступающим. Ждем пару месяцев. Пару месяцев. Слышь, мы можем просто выиграть и все, ты понимаешь? Я не хочу тратить на тебя больше голды. Чувак, мы весь свой бюджет израсходовали, весь. Так, я беру легу какую-то статрековскую. Только не вздумай им скидывать. Не вздумай. Так я не скидываю, я просто тащу. Давай, ну тащить можно, скидывать нельзя. Я в тактике пиксель. Брат, ты чекаешь мид? С мида не... Вынес мид. Ой, хорошо. Я лонг вынес. Вынес еще раз. Вынес еще одного почти минус 92. Брат, шорт мид. Так кинг как раз у тебя чуть не забрал. Не, брат, я никому дроп не скидывай, дорогой, не вздумай даже. Так он у него был и так. А-а-а, там чел! А-а-а, там чел с авиком! Меня чуть не замочил чел с авика, просто ради интереса хочу чекнуть, что у него завик был. А ну-ка. А, это авик эвелейт, фух. О, он вроде очень дорогой, фух, мужик. Так, напомню, я тебя прошу, давай мы просто выиграем 10-6 и все. И мне больше сливаться не надо. Давай, все, полетели, реально, уже пора бы ММРчик залутать. ММРчик залутать, я беру авик. О, нет, прикрой меня, пусть съемки, брат, я слепой. А что происходит? Забрал самого жесткого их. А что происходит? Ай! Опять FNFAL и без скина. Вы понимаете, когда скин без скина, это еще хуже. О, нет, Абовин. Ну идем опять покупать Абовинчику скин. Опять рандомный FNFAL. Ты когда угомонишься или нет? Ты не понимаешь, что я... Ну я не миллиардер. Я наоборот пытаюсь скидывать дорогое, а там пацаны что-то не с дешевым бегают. Давай. Раз, два, три.
О, камоночка за 0,2. 0,2. Умножаем, подожди, умножаем на 100, это 20 голдишки. Брат, ну как это можно кассик вместо этого открыть, не? Как думаешь? Да, давай, давай. Давай, какой-то такой, мой счастливый, это, братик, это вот это, фабли, братик, фабли, давай, обожаем. Давай, открываем. И что же, мне выпадут, ух, пролетает два ножа, и... Ну, ребят, ну конечно, вы думали, мне выпадут ножи? Ага, уже. Обоим, давай, играй по брейну. Ага. Давай, оп. Дефьюз! Я думал, ты уже специально не хочешь дефьюзить. Давай, дефьюз. Ох, ребят, не может быть. 8-6, мы победили. Но мне сливаться больше нельзя. Так, ну что, Бовин, скажи мне, пожалуйста, ты готов жестко выигрывать? Конечно, еще два раунда тащерства жесточайшего. Опа, там чего кикнули. Он ливнул, потому что он понимает, что не хочет участвовать в этом беспределе против кента ПК. Он понимает, что он не такой. Тактика пикси. Меня кот кричать начал. Какой кот. Еще кот? Че он кричит, брат, ты его не кормишь или что? Может, он из-за этого кормит? Ой, тиммейты. У нас тиммейты не боты, я в шоке. Так главное, что сейчас на меня не вышел резко противник, иначе это будет мегатиль. А, ну все, Геннадий. Геннадий сделал свою работу. Ребята, кого зовут Гена? Хэштег Гена топ. Так, ну шо, ребятулечки, счет 9-6. Я рад, как никогда. Смотрите, я так люблю. Так, обоим, где ты? А вот обоим. Ой, это не будет мой тиммейт! Че, я пойду делать, как я в прошлом. О, найс. Че ты пошел делать? Что не, я брат, делал раньше? Брат, там ничего делать нельзя, ну я против. Ты что, ты как будто скин? Они вроде что-то взяли, можешь зачекать пойти. Получилось ли у них взять? Нет, ну почему мы проиграем, Ену замочили, все, без Ены мы нули. О нет. Ой, готовься выехать. О, блин. О нет, пацаны, надеюсь, у вас дешевые скины, умоляю. Оклер стил грип. Что это такое? А я не знаю, это... Подожди. Сейчас один в один. Сейчас решится судьба этого видео. МКР! Ты понимаешь, что МКР может быть супер дорогой, может какой-то выпасть. Я открываю сейчас рандомный МКР. Ну, ваши комментарии. Ну надо, чтобы что-то от 500 голды как будто. Ничего ты налый. Ладно, все, поехали. 3, 2, 1. Че там? 215 голдишки. Это 20 тысяч? Это 20к. А у тебя есть столько? Брат. Я тебе солью. Ой. Блин, 20к, Бовину, просто, понимаете? А Бовин, слышишь? Ё-моё. Я тебе прям сейчас солью, наверное, USP Genesis. Прям сейчас, USP Genesis, заходи на рынок. У тебя есть? Есть, брат, USP Genesis есть. Мои чё, я себе граффити новое применю, подожди. USP Genesis, прям сейчас сливаю. Так, USP, нифига себе, вот это подарочек, спасибо. Да, подарочек, зубулик 3. Короче, братва, продолжение, как я сливаю тут в ТГ-канале, переходи, подписывайся. Бовин, тебе нравится такое? Печально, но ты сам захотел. Печально, да, я сам согласился, все, братва, жду все в ТГ-канале, там продолжение, потому что, ну, это просто фиаско. И, давай, Кьюшечка, давай, маленький. Эйс! Мужик по моим стопам пошел. А на каком месте, брат? Монтажер, заблюрь! Братва, я на первом месте. Так сказать, просто небольшая заминочка вышла. Фух, блин, ну это все равно трындец. Ты понимаешь, за сколько трындец? 30. Насик. Возвращаем звание жесткое после читаков. А блин, расскажи, пожалуйста, тебе понравилось банкротить меня? Тебе понравилось богатеть? Люсик. Понравилось, а мне нет. А блин, ты перхоть, знай это. Ну что, мои уважаемые подписчики, если понравилось подобное видео, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. И хэштег Енотоп. Я Бовин топ. Кстати, братва, а вы в курсе, что сегодня я буду стримить на моем твиче? Ссылочка в описании. О, переходи, да. Подписывайся прям сейчас, родной. Может, даже я Бовина позову. И на мой ТТ подпишись. Давай, брат, не забывай.